Всем привет, кого не видел. Я буквально пару дней назад наткнулся на статью про ранговую систему Valorant. И там были представлены предварительные звания в игре. Вот так это все выглядело, описывалось. В принципе, ну, недалеко от правды, так скажем, это все было. Потому что сегодня вот опубликовали пост разработчики о том, что соревновательный режим будет доступен вскоре после очередного патча. И вот что там будет. Соревновательный режим Valorant будет работать по тем же принципам, что и безранговый. Разница понятна будет, в чем ранг. И по сути там останется отдельный режим паблика. Разработчики во время испытания ранговой системы хотят решить проблемы, с которыми игроки сталкиваются в других подобных играх. Они будут отслеживать личный уровень мастерства игроков, а также бороться со смурфами и бустерами. Лихое такое заявление. Ну, это позволит, понятное дело, играть как-то честно. Для участия в соревновательном режиме потребуется сыграть 20 матчей без ранга, для тех, кто только, понятно, подключается к игре. Всего рангов будет 8, у каждого из них будет 3 ступени, за исключением самого высокого ранга. Играть можно группами до 5 человек. Разница в рангах, с которыми не превышает 2 ранга. И если вы не участвовали в соревновательных матчах в течение последних 14 дней, то ранг не будет отображаться, но и понижаться он не будет. Как я сказал ранее, рангов всего 8. Первый — это железо, потом бронза, серебро, золото, платина, алмаз, бессмертный, ну и самый высокий ранг — это Valorant. Самым важным фактором для повышения ранга будет являться победы в матчах. Ну и, понятно, будут учитываться личные заслуги. То есть, если вы побеждаете и хорошо играете, то вы быстрее поднимаетесь. Ну а если вы проигрываете, да еще и плохо сыграли, то быстрее будет понижение. Также для тех, кто играет на там уровень Valorant, то есть на самые топовые звания, там еще будет учитываться, насколько вы круто в своей пачке там разнесли команду противника. То есть если вы сыграли 13-0 и ваша команда постоянно побеждает и все там топово играют, то вы будете, понятно, еще быстрее повышаться, и вы уже действительно заслуживаете самого высокого звания. Поэтому вот это, скорее всего, и будет таким вот показателем последнего звания, и игроки, которые так играют, действительно будут заслуживать этого ранга. На это, в принципе, акцентируют внимание разработчики. Хочу еще добавить, что подбор будет исходить из того, сколько человек играет в пати. То есть, если у вас full stack, то против вас тоже будет full пачка. Ну а если вы в соло, то против вас как минимум один человек будет тоже в соло. Ну, я так понимаю, логика вам ясна. В целом, конечно, все ждут соревновательного режима, это без вопросов, чтобы помериться своими там, ну, своим скиллом, так скажем. Особенно те, кто играет со старта ЗБТ, ну и в принципе определился как с командой, так и с агентом. Ну а мне лично как минимум хотелось бы до старта этого мероприятия увидеть voice chat для русскоязычных игроков, которого до сих пор нет, потому что бегать по дискордам и ТС не хочется. Ну и запись игры, почему бы и нет, какие-то демки бы ввели, хотелось бы пересматривать, как сыграли противники, как сыграла твоя команда. Это, ну, нормально, мне кажется, для соревновательного режима. В общем, ждем, посмотрим, что будет. Тем более, в процессе все будет дорабатываться, и все равно все ранги обнулятся, когда игра выйдет. Ну, на этом у меня все. Всем пока. Играйте честно.